Ребят, всем привет! Нахожусь я возле пещеры Нохью в Сулакском каньоне. Вот там у меня такая каска. Вот сейчас будем входить в саму пещеру. Вот. Будем входить в саму пещеру. А что это за дырки? Хороший вопрос, видимо, для вентиляции. Нет, стены. Вот стены. Ну, видимо, так срабили. Так, ну, ребята, вот такой проход. Видите, вот такие вот. Такая вот подсветка в виде факела. Вот. Да, сейчас буду снимать видео. Сейчас моя напарница сфоткает. И пойдем с вами дальше. Там мою, конечно, моську где-то видно, где-то нет. Ну, в общем, ребят, идем. Вот такие вот, ребят, ниши. Вот такие вот ниши. Вот такие вот. Оттуда мы пришли. И дальше мы идем. Мы пойдем. Куда? Да. Хороший вопрос. Так, ребят, наверное, может быть, пока выключусь. Так, ну что, ребят, идем дальше по ответвлению. Идем. О, какой-то трон. Да. Какой-то трон. Тут трон. Да. Тут какой-то трон. Ну, ты у нас теперь это. Барыня, боярыня или королева? Усела. Да, все, давай мы тебя тут оставим. Нет, пожалуйста. Пусть такой у нас хозяйка Медной горы. Нет. Обратно туда. И там спустимся, где они поднялись. Я не знаю, как больше. Ну да, действительно. Так, возвращаемся, ребятишки, назад. Ребят, еще раз всем привет. Короче, когда спустились, мы вот такой, не знаю, если видно, металлическая лестница. Вот оттуда на самом вниз вот сюда спустились. Вот, идем, короче говоря, с моей напарницей в темно-синей, желтой куртке. Вот к этому носточку. Вот к этому носточку металлическому. Вот. Так что такие на мне каски в целях техники безопасности. Чтобы, ну, я не проловила вашу кукушечку. Вот мы идем по такому мосту. Над рекой Сулак. Там Сулакский каньон уже начинается. Вот. Так что вот, да, и будьте, когда подниматься или спускаться по этим металлическим конструкциям, будьте, скажем так, аккуратненьки. Аккуратненько держитесь за поручни. Вот. Так, ну что, ребят, идем над рекой Сулак, на внизу. Вот, получается, уже Сулакский каньон. Вот. Короче, ребят, мост немножко качается, но, в общем, поняли, Сулакский каньон. Вот. Наташ, что ты там идешь? Ох, так, я, наверное... Сейчас я камеру... Ребята, мы, короче говоря, отошли вот до такой точки, где можно над Сулакским каньоном, скажем так, прокатиться, прогуляться, еще и вниз спуститься.
Да, вот на такое вот седалище. Цена получается, я так понимаю, 5000 рублей. Вот здесь такая вот табличка. Вот. Вот, так что вот такой вот, можно сказать, одна из точек Сунакского каньона. Такая вот бирюзовая вода. Ну, мы, наверное, будем, наверное, возвращаться, наверное, назад. Потому что, наверное, нет смысла, наверное, я так думаю, дальше идти. Одно и то же, что с этой стороны. Ну да, я так думаю, что да. Вообще одно и то же. Ну да. Мы на середине. Ой! Мы на середине. Качают? Качают. А то там что-то как-то... Так, ну ладно, мы, наверное, будем потихоньку возвращаться назад. Вот, может, еще включимся. Так, ну что, ребят, поднялись мы по такой крутой лестнице. Идем уже назад. Моя вон напарница пошла вперед. Короче говоря, вход стоит на одного человека 500 рублей. То есть сначала вы спускайся вот по такой дорожке. Ну а дальше там уже кто вниз, кто в пещеру. Ну, в принципе, я бы хоть часть пещеры засняла. Вот. Мы с напарницей дошли до середины моста, который я вот написала зиплайн ее. Проще. Вот. Ну и решили пойти мы с ней на чух-чух-чух-чух назад. Вот. Также можно видеть у меня сезон тоже. Тоже, можно сказать, идут туристы сзади меня. Вот. Короче, такая кафешка. Вот. На Сунакском каньоне. Не знаю, промелькнула, нет. Тоже кафешка. Вот. Там идет какая-то стройка. Вот, извините, немножко запыхавшийся голос. Вот. Вот такую касочку дают. Обычная каска. Вот. Чтобы, ну, на голову вам не упал какой-то камешек. Вот. Ну, ребята, наверное, буду заканчивать это видео. Вот. Тогда, может, выйдем. О, кстати, колесо возрения там. Блядь, далече видно. Ну, вот. Так что вот такой стенд для касок. Так, девчат, кому каску? У меня каска освободилась. Кому каску? Ой. Так, вот такие сувенирные лавки. Вон написано 500 рублей. Будни 500 рублей. Суббота, воскресенье 700 рублей. Вот такой медведей и кошак. Так что как-то так. Ну, наверное, будем заканчивать, наверное, это видео с вами. Так что пещера называется Нохё. Это вот Рансун Ганзатов. 100 лет. Вот. Также можно увидеть здесь вот такой, можно сказать, руковой арт-объект. Вот. С руками. Вот. Так что, может быть, сейчас и сфоткаюсь. Ну ладно, будем, наверное, заканчивать свой видеообзор пещеры Нохё. Ну, точнее, что успела снять. Вот, ладно, всем счастливо, всем пока, обнимаю, целую.